Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу о мойках высокого давления компании «Штиль». Компактного класса, или, как принято говорить, любительского. Таких моделей, как RE98, 108, 118 и 128+. Плюс в названии означает наличие барабана для шланга высокого давления. Мойки высокого давления «Штиль» компактного класса предназначены в первую очередь для частного пользователя – владельцев автомобилей, домов, дач, лодок и с легкостью справляется с такими видами работ, как мойка автомобиля, дорожек, лестниц, заборов, фасадов домов, квадроциклов, велосипедов, разнообразного садового инвентаря и многое-многое другое. Что нужно для моек высокого давления? Всего два компонента – вода и электричество. Все мойки компактного класса работают от электросети напряжением 220 вольт и могут работать как от центрального водоснабжения, так и в режиме самовсасывания из водоема или емкости с водой. Технические данные моек высокого давления. Модель RE98 и модель RE108 имеют рабочее давление в диапазоне от 10 до 110 бар. Пропускная способность насоса у этих моек 440 литров в час при потребляемой мощности электродвигателя 1,7 кВт. Мойка RE118 имеет рабочий диапазон давления от 10 до 125 бар, пропускную способность насоса 500 литров, мощность двигателя 2,1 кВт. RE128+. Рабочий диапазон давления от 10 до 135 бар, пропускная способность насоса 500 литров в час, потребляемая мощность электродвигателя 2,3 кВт. Мойки «Штиль», благодаря особенностям конструкции своих насосов и бесщеточных двигателей, имеет высокую производительность. На всех мойках блоки клапанов и корпуса насосов выполняются только из высококачественных материалов. В мойках компакт-класса это алюминиевый сплав с добавлением кремния, что обеспечивает высокую прочность и, конечно же, полную защиту от ржавчины, так как этот сплав коррозийно устойчивый. Создание давления в насосе осуществляется через поршни, изготовленные из высококачественной нержавеющей стали. На все мойки «Штиль» устанавливается асинхронный, так называемый бесщеточный двигатель. А что это дает? Мойки очень тихие в работе, что абсолютно не напрягает слух. Мало греются и поэтому имеют очень долгий срок службы и возможность работы без перерыва длительное время. И нет необходимости в обслуживании благодаря отсутствию щеток. Масло в двигателе залито на весь срок службы. Работа моек осуществляется в стоячем вертикальном положении. То есть в каком положении хранится мойка, в таком и работает. Компания «Штиль» заботится о безопасности, комфорте и удобстве своих пользователей. Все мойки имеют защиту от перегрузок, которая обеспечивает отключение двигателя в случае падения напряжения и перегрева двигателя. Также имеется автоматика отключения. При отпускании курка пистолета электродвигатель автоматически отключается, и мойка переходит в режим ожидания, предохраняя таким образом систему от формирования избыточного давления. Корпуса моек выполнены из высокопрочного полимера, который отлично защищает двигатель и насос от внешних воздействий. И благодаря своей конструкции мойки «Штиль» не боятся прямого воздействия воды, то есть не боятся дождя, и есть возможность мыть мойку ею же самой. Все мойки «Штиль» отличаются удобной и эргономичной конструкцией с узнаваемым привлекательным дизайном, выполненным в едином стиле. И все, казалось бы, на первый взгляд мелочи продуманы на 100%. Все мойки «Штиль» имеют большие колеса, что позволяет без проблем перевозить их через небольшие преграды, такие как бордюры, лестницы. И, конечно же, обеспечивают легкое, тихое и комфортное перемещение. Армированные шланги высокого давления очень прочные, при работе не скручиваются и не слипаются, подходят для эксплуатации даже в очень суровых условиях, имеют длительный срок службы. У моделей RE98 и 108 шланги с текстильным армированием. На моделях 118 и 128 шланги с металлическим армированием. Все мойки укомплектованы
эргономичными и практичными разбрызгивателями. Они очень удобны и сконструированы таким образом, чтобы любой потребитель мог быстро и удобно подготовиться к необходимому виду работ. Быстросъемные элементы, такие как насадки, удлинитель, пистолет, шланг, гарантируют быструю подготовку к работе и быструю замену насадок и принадлежностей. Трубка пистолета легко поворачивается, обеспечивая поворот струи без неудобного поворота рук. И таким образом можно удобно направлять струю в нужном направлении. Крепление шланга к пистолету через быстро разъемную муфту с защитой от перекручивания шланга. Шланг не перекручивается и работает на всю свою длину. Курок пистолета сделан таким образом, что нажатие на него происходит указательным и средним пальцем, что обеспечивает долгую работу с меньшей усталостью. Две насадки в комплекте с каждой мойкой, роторная и плоскоструйная, позволяют применять мойку в различных режимах. Плоскоструйная насадка создает регулируемую струю воды, выходящую в одной плоскости под определенным углом. С помощью этой насадки можно регулировать рабочее давление в зависимости от модели от 10 до 135 бар. А роторная насадка формирует быстро вращающуюся точечную струю воды, которая выходит из форсунки под нулевым углом, что обеспечивает максимальное давление и способно справиться с самыми стойкими загрязнениями. Также в серийную комплектацию моек входит водяной фильтр для защиты моек от содержания в воде примесей и распылитель для моющих средств. То есть не нужно покупать дополнительно, а это неоспоримая экономия. Все мойки Штиль оснащены различными держателями для аксессуаров и принадлежностей, что позволяет хранить насадки, распылительные трубки, шланг, пистолет, распылитель моющих средств, иглу для чистки форсунок в одном месте, прямо на мойке. Всегда все под рукой и благодаря удобному хранению не потеряются. Есть специальный отсек для удобного хранения насадок, начиная с модели RE108. Выдвижная алюминиевая ручка, которая обеспечивает удобство хранения и транспортировку, не утяжеляя при этом всю конструкцию. Телескопическая ручка складывается при хранении, делая мойку более компактной, и достается при транспортировке. Нижний поворотный держатель кабеля обеспечивает легкое и быстрое снятие кабеля без длительного разматывания и сматывания. Нижняя алюминиевая транспортная рукоятка на моделях RE118 и 128 облегчает переноску и погрузку мойки, например, в багажник автомобиля. Также на мойке, начиная с модели RE108 и выше, есть возможность разместить новый текстильный шланг фирмы Штиль длиной 12 метров, который заменяет обычный садовый шланг для подвода воды к мойке. Очень компактное исполнение. С вращающейся рукояткой может располагаться и храниться прямо на агрегате. Нет потерь времени. Очень удобно. Мойки RE128 крепеж под текстильный шланг идет уже в комплекте. Все это дает повышенный комфорт и удобство пользователя. Сервисное обслуживание в гарантийные и послегарантийные периоды вы сможете осуществить в любом официальном сервисном центре. Мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с продукцией фирмы «Штиль» у ближайшего к вам официального дилера, где вы сможете получить исчерпывающую консультацию и приобрести понравившийся агрегат.